Но это уже нечто. Уже прям совсем под колеса прыгают эти боровики. Вот так, еще даже не успел припарковаться. И посмотрите, какой стоит. Махина какая. Вот это фантастика. Вот это начало грибалки, а. Сегодня будет шедеврально, я чувствую. Как вам находочка, друзья? Посмотрите внимательно. Красота. Сколько грибов. 10, 4 взрослых, 6 маленьких примордий. Но если всмотреться, там даже есть 7. Итого 11. Ну что, снимаем? Да. Целиком получится. Да, вот один как раз 11 только не снялся. Один остался, да. Ты посмотри. Обалдеть вообще. Карельское чудо. Вот это огонь вообще. По-моему, лучшая находка. Вот так его прям. Вот так, держи, держи, вот так прям. Не всегда опята найдешь столько. Это чума просто, друзья. Посмотрите, 6, да, вот он, 6 маленький такой еле. Да, писинчик такой. Сказка, сказка. 3 секунды до эфира, 2 секунды, тим-там, пум-пам, поехали. Вот, искали мы еще красно вот эти вот. Хорошие эмоции. Ой. О. А, это не эмоции, это вообще чудо. Слушай, под цвет волос твой. Куба, этот самый, под осиновик рыжий. Вот точно, это фантастика. Как мой цвет волос, вот тройной. Да, вот, снимай его прям сразу так целиком. Ой. Чтобы красиво было. Снимаю. Я вот тут подержу его, чтобы мог. Вот, вот так вот. Все, закрыл. Это еще не все. Да это вообще только начало. Это начало. Бомба поляны. Давай, туда пролезешь. Ой, а вон я там еще в елках. Вижу, да ладно, один. Еще я есть. Я не пролезу туда. Нет, я пролезу туда. Пролезь. Я могу, могу. Давай, залезь. Давай. Могу. Там же он по страховщик идет. Он вот с этой стороны не взорви, он мне до него далеко лезет. Давай, ты дотянулась уже почти. Вот их 2, их тут 3. Офигеть. Вот они. Мы их не видим. Вот ловит, ловит камера так, чуть-чуть. Где? Вот где? Тройной, вот он. О, обалдеть. Здесь еще один. Ну все, а ты его. К нашим еще пошли. Давай, пойдем. Они под листьями их. Выползаем. Давай, аккуратно. Так, вот тут было на дорожке. Вот здесь вот 2. Вот они 2. А? Я там такое вижу, ой. Где, еще видишь? Да, там еще нет. Вот, вот. Ой. Я прям подлезаю. Амен, как ты это любишь, говорит, шок-контент. Шок-контент, наконец-то случился. Шок-контент. Да. О, попрыгунчик. День, да, в Карелии шок-контент. Каждый день шоковый контент. И мы уже не знаем, что лучше. Каждый день говорим, это был лучше, это лучше. Там еще шок-контент, да, идет дальше? Иди сюда, иди. Вот этот самый шок-контент. Вот этот вот двойной. Вот этот. Вот. Три. Их тут 3. Раз, но вот этот самый 2. Классный. Ой. Вау. Вот это, да. Ой, да тут их было 4, вон сбитый. Да, я сбила. Это да я... нет, это старый. Ничего страшного, он мягкий. Ничего не сбило. Вот. Давай. Вот. Так, так. Так, срываем. Вот. Офигеть, просто фантастика какая-то. Друзья, вы это видите? Друзья. На том месте не было таких полян, зато на этом. Думали, закончится поляна. Да нифига подобного. Увидели, да, еще. Я все снять никак не могу. Здесь. Сегодня наши... Грибники, гости с Краснодара, туристы. Это просто огонь. Не дают мне снять итог. Ай, они как опята гроздями. Давай, давай, тащи. Смотри. Это фантастика. Вообще. Это просто. Вот сюда, вот так, вот так. Вот на это, вот сюда, на это сто. Что-то, вот так еще, да. Что-то это мне напоминает. Это не гребеселка случайно. О, какой. Друзья, ну вы поняли, на чем мы ржем, короче, пойдем. Сейчас скажут что-то, что-то вы какие-то эти. Просто. Огонь. Вот это бубенцы. В общем, 20 грибов на одной поляне. Из них
два тройничка. Ну, двойнички мы уже не считаем, это уже, наверное, так ни о чем. Только тройнички. Причем какие? Причем какие, да. Друзья, ну, даже вот отойти не успели. Посмотрите. Под лапником ели. Тут три. Очередной, двойной, тройной. Я даже там не пойму, что там. Они как-то боком здесь стоят. Что это? А, или это еще вот так вот он идет? Вот теперь... Это тройной! Ты посмотри! Ну, мне хоть немножко улыбнулось на этом месте. Сейчас я корешок только сдеру, друзья. Здесь корешок. Посмотрите. Ну, вы только... Так еще его снять надо. Так, сейчас вот так оттяну. Посмотрите, что это? Это вообще что такое? Вы видите? Вообще, сколько у нас? Четыре тройных, держи. Ой, блин, это какая-то ладья. Что это вообще? Музыкальный инструмент, что я не знаю, что это. Машина стоит. Оказывается, здесь грибы все-таки поперли. Вон, Оля уже, пока я там парковался, она уже что-то настреляла. Это уже, это вот Коля нашел. Подусик кома. Да. Ну давай, срывай тогда, ладно, он там пока. Я потом-то околюсь. Ой, он пока замшевый. Красавчик. Ага. Смотри, какой. Да, бочонок. Смотри, и белый какой красивый. Какая красота. И посмотрите, что попалось. Беленький боровик. Раз. Беленький боровик. Два. Мощная бочатка. Конкуренты все свалили. Остались только мы. Все, молодцы конкуренты. Оставили нам красивых грибов. Ну. Рад мох. Ох, это лучший. Это лучший. Это просто лучший. Да. Да. Вот это один, но какой. Красавчик. Чудо. Ну-ка, дай-ка я прям это поближе вот так вот. О! Вот этот заморозочку, самый топ. Друзья, какие грибочки. Ну, давайте с этого начнем. Беленький. Еще беленький. Это моя находка. Раз. Я же не знаю, у меня голова, у меня камера дергается. Куда мне, направо, налево? Давай. Два. Подожди, я не успел еще три. Тот. Три. Три. А вот они, смотри, какие красавцы. Мне потом зритель скажет, Люка, останови камеру где-нибудь уже. Четыре. Четыре. И вот он пятый. Красота. Представляете, друзья? Вот еще Колин. А какой ты еще боровик нашел? А, он уже все. Он уже готов. Он уже переработан. В общем, он это имел в виду. Он уже почищен. А типа оно не канает. У нас только здесь нечищенные грибы. Вот так, друзья. Да чего же сказочный гриб? Ох, вы это слышали? Вы этого бочонка слышали? Как он хрустнул. Какой он прекрасный. А рядом с этим белым, посмотрите, какие знатные подберезовички стоят. И вот так у нас получается с вами, друзья, с поляночки. Шикардос. На пригорочке среди вот этих коряк, палочек стоит беленький. В песке чистый будет. Красавец какой, а? Видите там вдалеке грибочки? Если нет, покажу пока что вот этих. Лисичка. Вот она, яркая. В Карелии шикарная. Вот еще. Вот последние числа сентября. 2023 год. Вот еще. Вот еще. Вот такая вот кучка лисичек. Не заметил еще. И вот еще в камеру смотрел, они вот под боком стоят. Даже вы, друзья, наверное, заметили. А я что-то тормознул. Ну вот.
от такого гриба. Башню просто сносит. С вереском рядышком. Смешанный такой мох бело-зеленый. Красавец. Нашли какие-то капучино. Капучино, маслята капучино. Смотрите, какие карельские красавцы. Собираем. Тут Коля рядом, там Оля тоже белый. Ну да. Мы все собираем, чтобы было красиво и интересно. Вот такие красавцы, друзья. Молоденькие маслятки. У нас промежуточный результат уже есть. Подошли к машине, почистили грибочки. Это вот, сами видите. Ну, еще ходить и ходить. Уже собрано такое ассорти грибное. Все кушают. Оля кушает бутерброд. Но я, знаете, я вот спал сейчас в машине чуть-чуть, так подремал минут 15. Вот называется видео «Грибник проснулся, увидев это». Смотрите, как перекус у нас. Смотрите, как вкусненько все. Сейчас поедим и пойдем дальше, да? Фигачить на всю катушку. Уже птицы там поют, ждут нас. Говорят, давай, идите уже. Дайте нам тоже поесть. Дайте нам тоже поесть, да. Вот это да! Вот это беляшек. Друзья, от таких красавцев, я не знаю, просто захлестывают эмоции. Все коленки, это грибные коленки уже. Что только не сделаешь, чтобы снять красивые видео или фотографии. Такой вот чудесный бочоночек. А давайте посмотрим вот этого. Куда там ножка-то уходит? Глубоко. А запах, друзья, надеюсь, передается через камеру. Поставил машину. Вокруг дороги лес сплошной густой. Нашел белый гриб, отдал Оле, подхожу к ней. Она говорит: Армен, глянь, что там. Увидела с дороги. Там классно. Там классно. Увидела с дороги. Я вот белый прям вот у этих елочек нашел. Вот они. Вот примерно в 20 метрах от нее. Она говорит: Армен, глянь. По-моему, подосиновик. Я говорю, ну вроде бы, надо посмотреть. Захожу, перепрыгнул там низинку. Подхожу и обалдеваю. Это не подосиновик, это какой-то, я не знаю, что это. Это вы посмотрите, просто какой-то жиробас она нашла. Смотри на свою находку. Вот так грибники в Карелии, с белыми грибами в руках. Да, за 30 метров видно уже все, глаз наточен. Сейчас поедем дальше косить. Класс. Продолжаю собирать вот такие вот грибочки возле лесной дороги. На этот раз это лисички. Вот вам и октябрь уже практически без трех дней. Смотрите. О, вот это вот пыль дает. Травка. Класс. Ну и прямо на повороте подосиновик желто-бурый, светлого цвета. Это разный оттенок этого гриба. Вот. Видно сразу по ножке, что это желто-бурый. Вот такие подберезовички. Такой не берем. Тот тоже не берем. Вот этот берем. Подберезовики только вот такие крепкие берем. Хорошие. И подосиновичек желто-бурый. Красота. Ну подосиновик в Карелии растет просто везде. Это невозможно все собрать. Просто нереально. Вот такие вот желто-бурые полянищами. Просто на каждом шагу. Вот такие красавцы. Начинается косилово подосиновика желто-бурого. Раз. Постарше на сушку. Помоложе на заморозку. Три. С белой губкой шикарные грибы. Улиточка чуть-чуть здесь покушала. Смотрите на эту картину маслом. 4, 5, 6. И то, наверное, не все. Еще в стороне где-нибудь. Сейчас будем просто косить косой один за другим грибы под осиновички. Интереснейший фрагмент. Такая шляпа красная.
Подосиновик желто-бурый, яркий, почти красный, ярко-оранжевый. Посмотрите, какой. Смотрите, с какой белой, белоснежной губкой. Вот здесь под елочкой чуть светлее, более тенистое место. Он уже оранжевый, такой даже светло-желтый, я бы сказал. Такой, вот он, ярчайший. Посмотрите, какой. Вот они оба с одной грибницы. Вот этот поярче, этот посветлее. А там еще больше елочек. И, соответственно, подосиновик тоже светлеет сильнее. И вам может показаться, что это белый подосиновик. А это не белый, даже не серый. Это тот же желто-бурый. Просто теперь здесь сразу три елки закрывают от солнца. И он прям как раз с другой стороны солнца растет. И посмотрите. Поэтому можете мне не писать, что это белый подосиновик. И все остальное. Вот сюда пройдешь, здесь уже немножко нету уже елочек, которые его бы закрывали. И вот он уже опять поярче становится. Видите, все с одной грибницы, смотрите. Вот и все. Поэтому окрас зависит просто от того, насколько солнечно или тенистое место. Я взял что-то маленькую корзину, не рассчитал. Хожу 3 минуты, у меня уже здесь грибов просто хоть косой коси. Вот вам и разный окрас гриба. Видите, все разные с одной грибницы. А как вам такой кадр? Фантастический гриб. Да, они все фантастические. Это уже настоящая дикая тайга. Карельская сказка. Сказочная Карелия. Рулит. Невероятно красиво. Вышел в тайге. На какое-то такое болото. Но оно не глубокое. И нарвался на клюку. Болото очень-очень неглубокое. Здесь вообще сухо. Я в кроссовках. Вот, посмотрите. И здесь даже очень удобно собирать клюковку. Ее немного, буквально здесь чуть-чуть, но есть, влаги достаточно. Вот и произрастает. Витамины в лесу. Ничего, с собой даже никакие бутерброды брать не обязательно. Вот так вот поел витаминчиков из леса. Вкуснятинка. Кушаем. Без комментариев. До сих пор еще голубика висит. Вкусная, спелая-спелая. Полезная. Посмотрите, какая. Все усыпано ею до сих пор. Вот здесь клюква была. Все рядышком. И брусника с черникой попадается. Рука просто, это ни о чем. Это три руки. Три ладони. Посмотрите, оранжевое солнышко. Дорогие друзья, я не знаю, как это назвать. Наверное, грибное сумасшествие. Оно на сегодня окончено. Вот таким потрясающим урожаем. Наконец-то сегодня были, как и вчера, как и позавчера, достойные гости из Краснодарского края. Давайте что скрывать. Ударники. Главные ударники года. Не останавливайся. Главные ударники года. Посмотрите. Более даже у нас молодежь не всегда выдержит такое. А сегодня мы постарались и сделали то, что я говорю, надо сделать. Вот похоже, что вот я делал в октябре. Помните, с ягодками. Тут без ягодок, но тут грибов немерено. Гости сказали, ягоду нафиг. Нам надо косить. И вот эту корзину они собрали вдвоем. Я даже вот в этой корзине не принимал участие. С одной поляны, самое главное. Шикарные белые боровики. Подосиновики желто-бурые. И лисичка там тоже, это мое уже. Это их. Без комментариев. Это тоже их. Ну и вот это вот мое. Ну и маслят мы вместе там уговорил, и слава богу, они сказали, правильно сделал.
собрать маслят, чтобы супчика вкусного сделал. Ну и вот мои вот такие большие вот попались мне сегодня, здоровые такие, чисто для красоты, кстати, и хорошего качества. Чистенькие на сушечку, и вот этот вот шикардосный вообще 40-сантиметровый гигант. Вот. Ну что, я не знаю, че. Вообще, ну, у нас хоть завтра еще день. Завтра должно быть лучше, да, наш понарастающий. Да, с первый день. Огромной благодарностью, Армен. Мы очень благодарны. За подаренное удовольствие. Да, Армен, тебе просто особая благодарность за то, что даешь нам возможность окунуться в эту прекрасную природу, собрать грибов, услышать все это, почувствовать все это, окунуться в это. Угу. Это просто бесподобно и очень ценно. Вы видите, вот наконец-то вы сказали, да, подосиновика надо собрать. Смотрите, друзья, вот многие говорят, зачем нам этот подосиновик? Ну, посмотрите, тройные, не знаю, вот тройные, три тройных здесь я уже вижу. Вы видите, что творится. И вот здесь вот такой вот, какая-то рояль тоже интересная, тоже тройной. То есть четыре или пять тройных, а белые, вот, кстати, Коля нашел белые, посмотрите. Вот уж как раз она здесь просто дополнила мою корзину. Смотри, четверной, лисички, маслята. И все это практически в октябре осталось там какое? 29-е какое? Уже все, там 3 дня и уже октябрь, друзья. Это по-настоящему осенний грибной урожай. Ну что, классно? Поехали. Все, друзья, поедем дома. Дома дел полно. Надеюсь, мы выживем. И работать все это еще. Да.